Приветствую, друзья! 26 июня, день рождения нашего друга Федора Макарова. Я, естественно, долго думал, какую же картину поставить, и вот вспомнил, что любимой его картиной является вот это вот «В ночь на Рождество». Смотрите, какие там теплые окошечки, и прямо хочется туда войти. Ну, Федор, дорогой наш, я тебя поздравляю с днем рождения. Я желаю тебе здоровья, счастья и творческого долголетия. Ты у нас и киносценарист, ты у нас и пишущий человек, и очень ищущий, и был главным редактором книжки, которую мы писали. «Национальная идея России. Генератор будущего». Да, она же уже издана в Редера, давно там стоит, и кто хочет, может ознакомиться с ней. Федор, ты много в жизни сделал. Да, и я тебе поэтому вместе со всеми, я думаю, что не только я тебя поздравляю, но и вся наша школа «Человек будущего» Homo Futurus желает тебе здоровья. Пожалуйста, друзья, пишите комменты, присоединяйтесь к моему поздравлению, потому что Федор Макаров необыкновенный человек. И это мой друг многолетний, не 2 года, не 3 года, не 4 года, не 5 лет, не 6 лет, не 7 лет, не 8 лет, не 9 лет, не 10 лет. А еще с центра нашего, с центра защиты от стресса, который 25 лет был на Таганке. Да, и принимал очень много людей из разных стран, и принимал и детей, которые подверглись насилию, и принимал людей, которые готовились как специалисты. Да, и мы вместе с ним встречались и с нашим другом Джигарханяном, с Арменом. И вообще, Федор – это очень кладезь опыта, который у нас был, и который у него лично был, и соединенный с нашим опытом, и очень много интересных вещей он делает. И поэтому, кто хочет поздравить Федора вместе со мной, пишите комменты. Да, да, друзья, почему комменты написать полезно в этом смысле? Во-первых, вы приобщаетесь к нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus. А во-вторых, вы представляете себе, ведь сегодня, когда там происходят всякие какие-то непонятные события, в этой неопределенности, в этой точке бифуркации, когда каждый день меняется что-то, когда каждый день человек не знает, что будет завтра, сохраняются человеческие традиции поздравить человека с днем рождения и пожелать ему здоровья. И будущих вдохновений. До встречи, друзья. Федор, привет.